Які враження залишились у вас після сьогоднішньої гри? Ну, враження положительне, тому що добита була победа. Сама гра, звісно, нас не дуже удовлетворяє. Ну, начали перша гра, перший сезон вкатуємося, вірніше, перша гра в сезоні. Ну, тому виграли. Враження неплохі, скажімо так. А чим саме запам'ятається вам сьогоднішня гра? Началом чемпионата, первая игра в зале у всех практически из нашей команды. Этим и запомнится. Будем исправлять свои ошибки и готовиться дальше на следующий матч. Что вы можете сказать еще до ключевого момента игры, когда ваша команда забила гол? Ну, да, он и был ключевой. Костя здорово перехватил мяч Метленко и здесь разобрался, получается, подсек мяч над вратарем. Момент и стал решающим. Выиграли благодаря этому. Дякую.